Музей создавался в 1996 году. Изначально он был задуман как музей именно русского костюма. Но со временем, когда наши обучающие стали нам предлагать взять какие-то старинные экспонаты, мы решили организовать не только русского костюма, но вообще такую экспозицию воссоздать, как бы древний русский интерьер. Здесь такой достаточно серьезный экспонат у нас есть, старый. Ну, даты на нем, конечно, нет, но предполагаем, что это примерно середина 19 века. Но самое интересное в этом станке, что, в принципе, пробовали мы его запускать, да, есть челночек, на который можно крепить нитки, и при желании можно восстановить, и он будет действующим ткацким станочком. Интересный экспонат у нас здесь самовар, он даже плененный. Ну и традиционные такие предметы кухонной утвари, это чугунок, прихват, сундук, как обычно, такой воссозданный кусочек русского быта. Вот здесь вы увидите те самые куклы, с которых все начиналось. То есть это самые первые экспонаты, которые были представлены в нашем музее. Здесь можно посмотреть и элементы. Понятно, что костюмы такие стилизованные, но в принципе общую картину они представляют. Вот это платье, представленное на манекене, платье в стиле рококо, выполнено полностью вручную. Самое интересное, что это не только работа закройщиков, но и совместная работа с художниками росписи по ткани. Если вы обратите внимание, то все гербы на платье это роспись вручную. Здесь мы пытались воссоздать западноевропейский костюм на примере костюма царя Петра I. Ну, насколько у нас это получилось?